Привет! Если ты хочешь жить и работать или учиться в Европе, обязательно подписывайся на наш YouTube-канал, потому что каждую неделю мы снимаем новые интересные видео, где берем интервью у лицензированных адвокатов, социальных адаптаторов и у тех экспертов, которые занимаются той или иной областью, которая связана именно с переездом граждан СНГ в страны Европы и не только. Обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео, и мы обязательно дадим тебе бесплатную консультацию, как сделать первый шаг в новую жизнь. Сегодня мы вновь будем разговаривать о Германии, и сегодня у нас очень интересная тема. Очень мало вообще какой-то полезной информации в интернете, и поэтому мы решили осветить, потому что далеко не все знают о такой уникальной возможности, как посетить Германию с целью интеграции. И это является волонтерской программой. Это можно ее назвать, как будет правильно, Наташа, скажи, пожалуйста. Добровольная служба. Ну, волонтерство, да, то есть это. Добровольная помощь по разным социальным программам, например. Окей, итак, то есть это можно приехать на территорию Германии с целью волонтерства. И какими требованиями, точнее, какими критериями должен обладать соискатель для того, чтобы воспользоваться этой возможностью? Ну, во-первых, наш соискатель должен быть молодым. Uh-huh. Это ограничено по возрасту до 27 лет. Uh-huh. Первое. А второе, наш соискатель, конечно, хотелось бы, чтобы наш соискатель владел хоть чуть-чуть немецким языком, потому что в этом случае ему самому же будет проще влиться в коллектив, понимать, что от него хотят, ну и говорить о том, чего хочет он, да, то есть было бы легче выражаться. Но даже если языка нет, это тоже не проблема, потому что в контракте наше агентство или наше учреждение, где будет проходиться этот волонтерский год или добровольная служба, можно прописать, что язык не обязательный, и тогда эту проблему можно решить. И, находясь в Германии, можно, конечно, его подтянуть и решить этот вопрос и убить двух зайцев одним махом. И язык подучить, и влиться как-то в рабочие будни Германии. И правильно ли я понимаю, что если человек обладает, например, английским, то это является для него тоже преимуществом? Конечно. Конечно. Любое знание чего-то, любое знание любого языка является преимуществом, потому что будет просто легче и выучить. Подобраться принимающую сторону. Конечно. Хорошо, возрастные категории, дальше знание языка. Каким еще критериям должен соответствовать кандидат? Больше критерий никаких нет. Единственное, нужно немножечко подсуетиться и подсобирать нужные документы для того, чтобы участвовать в этой программе. Желательно написать мотивационное письмо, что вас побудило пройти этот добровольный год, почему вы хотите приехать в Германию, почему вы хотите помочь, ну и так далее. Да? То есть, конечно, желательно это письмо написать на немецком, но, опять-таки, если вы не умеете, не знаете немецкого языка, тут тоже есть помощь, которую можно получить. Естественно, загранпаспорт нам нужен, оформление визы, желательно составить, конечно, резюме на немецком языке, на русском и на немецком, о вашем образовании, о вашем жизненном пути. Это всегда имеет хорошую весомость и всегда располагает учреждение, где вы будете проходить эту службу, к себе. Скажи, пожалуйста, если человек, ну, вот, предположим, там, первое, что пришло в голову, парикмахер, да, может ли он поехать с какой-то социальной миссией в Германию, если вот он просто хочет посмотреть эту страну, там, немного заработать, как-то влиться в это общество и на будущее решить для себя, подходит ли ему эта страна для жизни?
Конечно, может. А как, например, парикмахер может аргументировать, что он хочет заниматься волонтерством? И еще, какие все-таки существуют программы? Да, волонтерство – понятие обширное. Что конкретно людям придется делать? Какие-то организации? Кто является принимающей стороной? Принимающими сторонами. Да, сторонами, правильно. Принимающими сторонами являются такие организации, как больницы, угу. такие организации, как уход за стариками, уход за больными, угу. уход за инвалидами, помощь инвалидам, может быть даже такое, что пойти закупиться, почитать книжку, пообщаться, поразговаривать, может быть куда-то отвезти, в этом случае дают машину. То есть это вот социальные стороны. Потом у нас есть еще сторона экологическая. Да, то есть связано с экологией. Тут у нас тоже есть разные возможные организации, куда, то есть там в основном связано с помощью ученых. Mm-hmm. Да, то есть вот как-то... Экологическое направление, да. Может быть связано. Да. Он может быть, например, считать количество машин, которые проезжают по улице, чтобы выявить потом углекислый газ, который выделяют эти машины, в связи с чем, например, сейчас в Майнце сделали по всему городу скорость максимально 30 км в час, потому что выявили, что когда едешь 50 км в час, выхлоп углекислого газа намного выше, чем 30, поэтому сейчас и в этом всем участвуют, как говорится, наши добровольные помощники, угу. которые нам помогают в этом. Ну, это на самом деле уникальная вообще возможность, и немцы действительно с таким вот тонким подходом, потому что, ну, наверняка сами немцы, они занимаются своей карьерой, и некогда заниматься, скажем так, такими мелочами, но тем не менее государство подходит с тем, что заботится о своем населении, поэтому они привлекают именно волонтеров, которые смогут помочь улучшить качество жизни в Германии. Окей, хорошо. Еще я знаю, что есть третий вариант. Что это такое? Расскажи. Третий вариант – это наша армия в Германии. Угу. Наша армия в Германии раньше была государственной. То есть угу. призывали молодых людей к службе, угу. 18 лет. Все как было, как угу. мы знаем. Угу. Уже, по-моему, больше 10 лет наша армия в Германии стала частной. Угу. То есть не призывают уже никого к службе. Угу. Все могут идти только на вот этой добровольной угу. базе. Естественно, качество солдат повысилось, потому что угу. уже не призывают всех подряд, а угу. приходят именно те, которые от себя считают, что они могут, что они достойны, что они хороши. И, естественно, зарплата совсем уже другая стала. Условия другие стали, то есть в армии нам тоже нужны добровольные ребята, которым интересна служба, которым интересно понять эту всю систему, угу. но в армии, я скажу так, тут нам нужен язык, угу. тут нам нужен язык минимум А1, А2. Вот. Нужен сертификат или достаточно того, что соискатель заявляет, что я владею, да? И наверняка же есть еще собеседование, да, на котором он подтверждает знание своего языка. Да. Окей, замечательно, хорошо. Немножко перепрыгнули, вернемся к нашему парикмахеру. То есть, если парикмахер, например, хочет участвовать в волонтерской программе, связанной с экологической деятельностью, да, то есть, можно ли это сопоставить? Не будет ли являться, скажем так, отказом в открытии виза, что какое вы имеете отношение, если вы парикмахер, да? То есть может ли человек с такой профессией поехать вот заняться этой деятельностью? Абсолютно верно, может. И тут профессия не играет никакой роли, потому что человек в любой момент может поменять направление и заинтересоваться благотворительностью, заинтересоваться социальностью, угу. хотеть помогать близким. И для того, чтобы ему это практиковать, естественно, нужно как-то в это войти. Угу. И тут Германия открывает очень много дверей вот таким вот желающим, потому что в Германии все-таки социальность очень развита.
А, хорошо, то есть, наверное, основной момент ложится на том, чтобы человек грамотно составил мотивационное письмо, для чего ему это нужно, да? Наверное, это не просто хочу приехать в Германию, да, потому что я там хочу, как сказать, сэкономить на путевке, да, поэтому я решил поехать. А, наверное, как-то заявить о своих целях, почему вам это нравится, почему вас это заинтересовало, может быть, проявить какой-то интерес там к истории Германии, да, там, или к немецкому языку. Очень интересно, что мы можем сюда еще добавить относительно этих программ, что было бы важно знать нашим подписчикам и тем, кто хочет попробовать себя на этой программе? Что важно знать? Очень важно знать, наверное, что это не просто маленькие какие-то двери, в которые можно войти в Европу или в улучшение качества жизни, а это прям огромные такие ворота, которые просто невозможно обойти. Я скажу так, что 80% добровольцев, которые приезжают по этим программам, они просто влюбляются в Германию, они вливаются в коллективы, интегрируются замечательно, идут учиться. И самое, что главное, они очень часто остаются как-то задействованы во всех вот этих вот программах, потому что им это интересно. Но при этом соискатель должен понимать, что все-таки основой здесь является волонтерство, и здесь нет как таковой там заработной платы, которая, да, то есть, ну, будет оплачиваться. То есть его будет труд на добровольных началах, но при этом человек будет иметь все необходимое для существования в этой стране. Это проживание, питание и денежные средства на карманные расходы. Да, да, это так и есть. То есть питание у нас закрыто, жилье у нас закрыто, и остаются только... И у нас даже, по-моему, работа максимально 20 часов в неделю. То есть у нас остается достаточно времени для того, чтобы, например, параллельно пойти на курсы и обучать немецкий язык, да, чтобы не терять время, чтобы за этот год можно было бы успеть выучить немецкий или там завести себе какое-то хобби, потому что 20 часов в неделю для Германии это не рабочее время, скажем так. У нас здесь работают от 40 до 60, до 70, у кого какие рабочие места, но, скажем так, среднячок это у нас 40 часов в неделю. То есть это получается у нас пол рабочей недели, там, видимо, как-то по сменам, как-то по рабочим разделено по временам, и остается достаточно времени, чтобы как-то заняться еще и своими делами, своими интересами. Большое спасибо опять за такое подробное раскрытие этой темы. Я хочу напомнить всем нашим подписчикам, если вас заинтересовала данная программа, вы можете оставить заявку на сайте, который будет указан на этом экране, а также внизу под этим видео. Пишите, пожалуйста, комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы будем для вас снимать все больше и больше интересных видео, в частности, про Германию, про легализацию, обучение и работу в этой стране. Также еще многое-многое другое вы можете узнать не только о Германии. Всем пока, до скорых встреч. Пока!